Здравствуйте, ребята. Недавно такая подобная распаковка была вот этого товара. Вот. И ну, человек увидел и говорит: ой, я такое мечтала, я такое слышала, я такое видела, и я такое хочу. Я говорю: ну я выписал, я еще не знаю, как оно будет, оно работать не будет. Я слышала, что это все работает, все мне это нужно. И, короче, попросила меня заказать, такой вот у вас есть, значит, или отдайте мне. В общем, я говорю: ладно, я закажу тебе, и как хочешь тогда, только не говори, что оно плохое. Ну, в общем, ребята, сейчас как раз весна, и уже начинается скоро-скоро вот такой, ну, большой посевной сезон начинается. И вот такой вот, ну, как сеялка ручная или как-то там такое. Ну, видео я выкладывал там. В общем, такое дело. Мое дело маленькое. Человек попросил, что мне тяжело выписать. Господи, ваши деньги, как говорится, и все в порядке. Вот такая вот штука, видите, я уже же рассказывал, и там, ну, видео, я же говорю, совсем недавно было видео, и грядет там у нас такой посевной сезон, и такая штука может быть любому, кто занимается садом, огородом, может быть, она и подойдет. Ух ты, как она, неохота же вот это вот так открывать, чтобы порвать, потому что ну, надо же человеку отдать. Давайте, ну как бы то, что положено, то и отдать, да? Вот, поэтому я сильно. А это вот что такое. Вот видите, такая сеялочка ручная, как-то она там называется. В общем, что оно получается? Сюда вот насыпаем семена. Ну, это я же рассказываю, а сам еще ни разу и не пробовал. Сюда вот семена насыпаются, потом такая вот крышечка есть. А в этой крышке, она прозрачная, чтобы видно было, значит, тут есть такие вот номера. 1, 2, 3, 4, 5, что такое, треугольнички, показывают стрелочки. А здесь вот такие, значит, вырезы. Вот здесь вот нету выреза. Потом идет такой крупный. Потом мельче, еще мельче, еще мельче, еще мельче. Вот самый маленький. Ну, я думаю, так кому-то, если надо будет, еще можно тут напильничком или ножиком какой-то увеличить эти, значит, как их, углубления. Это все для того, чтобы семена сортировать или как там сеять. Значит, если у вас крупные семена, вот вы какой тут пятым номером, вот он, сюда вот так вот закрыто. Вот оно, ноль написано, видите, вот ноль. Значит, это все перекрыто. Вы в кармашек положили куда-то там рубашку или брюки куда-то, или там у вас какая-то халат, что-то, ну, такое. Вот. И вот так вот закрыли, семена отсюда не высыпается. На когда надо вам какой вот. И вот тут вырез этот, и вы сюда семена так трясете, семена сюда вот так высыпаются, вот, и через этот вот носик вот этот вы так аккуратненько можете куда-то в углубление сюда вот так посеять куда-то, на бугорочке где-то вот так вот линеечкой трусить, и если вам там лишнее сюда прикрыли, о, раз-раз, опять вот так вот, и раз-раз-раз-раз-раз, количество семян, значит, будет более равномерно. Так что вот такое, ребята, приспособление или как вот ручная сеялка. Значит, человек увидел у меня такую и говорит: выпиши. Вот выпиши и все. Мне, я хочу такую иметь. Ну, теперь человек будет иметь такую штуку. Вот. А вам, если кому понадобится такая штука, я всегда говорю, ссылка внизу в описании. Я там, значит, перейдете, посмотрите. Ну, кроме того, что я еще рассказал. Вот. И надо, значит, закажете, выпишите. Вам тоже пришлю такую вот ручную сеялочку. Вот. Я думаю, что будет удобно. Особенно, мне кажется, для редиски будет, потому что семена круглые. Ну, в общем, то дело будет потом, когда уже я буду сеять, и обязательно покажу, расскажу. Вот, а пока я же только могу рассказать все так, как это, на пальцах. В общем, я думаю, человек, которому я это выписал, будет очень доволен. И вы будете довольны, если подпишитесь на наш канал и будете смотреть наши следующие видео, потому что я же видео... Достаточное количество будет, потому что идут товары, товары идут, денежка появилась, я выписываю, меня просят, заказывают различные люди, чтобы я различные товары выписывал, и ну почему бы и нет. Значит так, благодарю вас всех за внимание, до свидания.